Сиверском доме культуры отметили День семьи, любви и верности. Гостей встречала экспозиция, посвященная семейным реликвиям, тематические выставки, фотозоны и мастер-классы. В актовом зале подготовили праздничную программу для семей, которыми по праву гордится Сиверский район. Очень хочется пожелать всем вам, всем, кто присутствует в этом зале, всем тем, кто не присутствует сейчас, но с нами, всем хотелось бы пожелать обычного семейного счастья. От всей души, от всего депутатского корпуса я хочу пожелать вам, дорогие наши семьи, мира, добра, благополучия. И чтобы в ваших семьях всегда слышался смех девочек, мальчиков, внуков, правнуков. Отдельно отметили те семьи, мужчины из которых ушли на защиту Родины и участвуют в специальной военной операции. Посмертно орденом мужества наградили младшего сержанта Артема Агеева. Награду за героя получили его родители. Скорбит сегодня вся Россия и по тебе, Артем, и по таким, как ты. Общественные медали «За любовь и верность» вручили семье Живолуб со стажем 54 года и семье Овсянниковых со стажем 30 лет за многолетний семейный труд. Цветами и бурными аплодисментами поздравили супругов, которые много лет идут рука об руку в радости и в горе. Многодетные семьи, супружеские пары педагогов, медиков, тружеников района с активной жизненной позицией. Творческие коллективы порадовали гостей праздника насыщенной концертной программой. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. В этот день в зале собрались семейные пары разных поколений, профессий и взглядов. Но всех их объединила семья, любовь и верность.